Премию за правильный образ жизни, которую еще называют альтернативной Нобелевской премией, в этом году получила известная экоактивистка Грета Тунберг. Награду, учрежденную в 1980 году в Швеции, присуждают за достижения в области окружающей среды и прав человека, за работу над практическими и образцово-показательными решениями наиболее острых проблем современности. Грета не смогла присутствовать на церемонии, но в своем видеообращении из Лиссабона поблагодарила всех за удостоенную честь. Помимо Греты Тунберг, лауреатами этого года также стали юрист, адвокат по защите прав женщин в Китае Го Цзяньмэй, лидер движения коренного населения Бразилии Дави Капинава и активистка, выступающая за независимость Западной Сахары Аминату Хайдар, которую еще называют «Сахарской Ганди».